Так, ну что же, хныч там слесарь обосрался. Так, теперь нам, наверное, я думаю, в шлюз. Уходим в шлюз. Ну что, неужели сейчас мне одному придется бороться? Давай. Так, вот смотри, это мы. Круто, да? Так, и теперь же. Какой замечательный. Будут акулы злоебучие, вонючие злоебучие акулы. Вот, у меня будет им не попадаться. У меня есть этот, о, выживший. А его сейчас акула сожрет, смотри, сейчас обосраться как страшно будет. Эй, здорово. Ну. Who's there? You're not Cellcast, I can see that much. Are you another rescue crew? I'm a merc the Republic hired a couple days ago to investigate. But all we found was a bunch of insane Cellcast killing everything that moves. All my companions are dead. The Cellcast swarmed over us. There were dozens of them. And they looked wrong somehow. Like something had changed inside them. Insane or something. Oh, I'd have gone back to the surface long ago if this complex hadn't been overrun by all those crazy Cellcasts. There's no way for me to get to the submarine docking bay. Если слышал шум, звук, это были наушники. I discovered a way to get to the bay and seal off the rest of the base. I just have to find the Colto harvester they built on the edge of the Hrakert Rift. It's got an emergency override to open the doors to the submarine docking bay. And I could get in from the outside. I figured my only chance was to slap on an environment suit, head out onto the ocean floor, and check that harvester out for myself. Besides, it's gotta be safer out on the ocean floor than back in there with all those crazed Cellcast mutants running around looking for dinner. I'm not spending another minute in this facility. Not with those psychotic fish people all over the place. I'm heading out to the ocean floor right now. It leads to another complex of buildings. Going through them is the only way to reach the Colto harvester. We should probably stick together. But I won't wait around in here with the Cellcast. You can catch up with me if you want. Down the hall and through the doors on the right. I'll be waiting on the ocean floor where it's safe. Так, чувак пошел. Кот заебал там копошиться нахуй, тварь. Так, я пойду расследую все. Блин, ускориться вообще никак. Казалось бы, да, технологии, все такое. Но нет. Под водой все так же тяжко. А, это у меня щит был, серьезно? Господи. А я-то думал, вот этот костюм так светится.
Не зря пошел. Сундук есть. Так долго двигается. Капец просто. Интересно, да, что пришла в голову идея комплекс затопить вообще. А, сейчас его, наверное, сожрет. Ты там можешь думать такое, а? Спойлер, зачем? Это. И так же понятно, что ты. Какие спойлеры? И так, его сейчас сожрут стопудово. Смотри. Акулы плавают. Блядь. Ну. Я ж что и говорил. Что-то пиздец сплошной. Так, и теперь, блять, еще так застрахово, куда мне туда и сюда? И здесь пауза будет, когда черти эти нападать будут. Почему я слышу, как это, шаги? Главное, окружающие это звуки такие под водой. Зато звук шагов вообще прям хорошо слышно. Будто он в скафандре. А смотри, акула. Биракса. Надо ближе, что ли, их подпускать? Вот так вот. Готово, нахуй. Оглушил, блядь, тварь. Фираксу. Давай, вторая. И тебе пизда, нахуй. Вот так вот. Я, блядь, как... ковбой под водой, блядь. Далеко. Заваренная дверь, которая там была. Ой, бля, всякую хуйню дают, ну реально. Я жизнью своей рисковал. Для чего? Да вот это залупа конская. Да далеко она, блядь, не сы, чувак. Я резкий, как понос нам. Смотри, раз, два, снасть. Дал, все, готово.
сейчас три, сейчас эту. Всего лишь три движения резких. Раз, два, раз. Значит, все. Рыбка в истории, блядь. Так, там вижу шлюз. Да, мне кажется, 10 джедаев мне надо быть, чтобы вот просто всю эту хуйню разрулить. Блять, 6 кошачьи везде, сука. Створка. Ладно, зайду с судой, наверное, раз там. Одна хуй с ним, кажется, одинаковая. Так, ну я вот один, это не очень есть хорошо. Блять. Потому что залупа конская. На-на. Серьезно, блядь. Ну ладно. Ну, вроде справился. Вот знаешь, как они за дверями, которые потом это закрываются, их водой затапливают. Значит, они телепортируются сквозь двери. А знаешь, как под водой, блядь, пройти? Я их не могу, да, в карман, значит, засунуть? Я про своих компаньонов. Типа, ну что за бред? No, no, you can't come in here. You'll let the Phyraxa and the Cellcath in. No, stay out! Stay out! I won't let you open the door for those monsters to get in. I'll stop you. I'll suck all the pressure out of the chamber. That'll stop you. Kill them! Kill them now! What? No. Phyraxa, the Cellcath. I can't let you in. Ты ебанутый, что ли? Я сейчас сдохну нахуй. I can't. The Cellcath will get me. The Phyraxa will eat us. I can't. I can't. 60 seconds to complete depressurization. 54 seconds to complete depressurization. Руби, блядь, дверь. 48 seconds to complete depressurization. О, подожди, есть же это. No, no. The Phyraxa will get us. No, the Cellcath are coming. No. No, no! Ah! I'm sorry for what I did. I don't know what came over me. I just panicked when I heard someone outside the door. Please forgive me. Just so scared. We're both just scared. When the Cellcath went crazy, I thought everyone else except me and Sammy went mad. We had a few people outside the station when it happened. The Phyraxa and sharks just tore them apart. It was like they were frenzied. The next thing we knew, our Cellcath researchers started screaming and clawing at everything around them. My team was torn apart and eaten before my eyes. Sammy and me, I thought we were the only ones left. We heard the Cellcath outside the doors every once in a while, and strange noises echoing through the base. We thought everyone was dead, dead or insane. I must have been hysterical. I don't know what I can say. Ты бы охуели из-за вас, блядь, потратил на кличке. I apologize for the horrible mistake I was making. I'm Kono Nolan, and this is Sammy. We were scientists working here on the Haraker Rift project. We had a secret agreement with the moderates in the Cellcath government.
They knew that Manon could not survive independently if the Sith were victorious. Those thugs would wipe out the whole damn planet just to get at the Colto. So the Republic approached them about making this secret installation to harvest more Colto, where the Sith couldn't see us. But all that went horribly, horribly wrong. We don't know. Not for sure. The work teams were outside in the rift near the vent. Then there was this rumbling and my head felt like it was splitting open. This monster rose up from the rift. It was a bigger than anything I'd ever seen before. Bigger than our submersibles. It was like it was screaming inside my head. Then all the Silcats started screaming too. And they turned on us. It was like they couldn't control themselves. Like the sound that the monster was making in our heads drove them insane. Well, maybe it was protecting the ruins by the rift. It could have been. It might have a lair in the Harrakhard rift near the Colto vent. That might explain a few things, too. Like why it reacted so violently when our construction efforts got closer to the vent. And also, why it's so large. It must be feeding off the Colto. Would have to be ancient indeed for it to reach that size. With Colto as a food source. And all those other Phyraxan sharks? Those might be its offspring. Which would be why they all swarmed when it called out to them. Children coming to protect their mother. I don't know. It must still be out there. Out there, waiting for us. The Phyraxan sharks have always been a serious problem. We had some blasters and projectile cannons to defend against them, but they still got some of our workers from time to time. We were working on a soluble chemical compound that would drive them away. Something that smelled or tasted repulsive to them, but we never got it working right. Oh, I think not. Even flawed like it is, it should be ideal for this situation. No, it's not working right. You don't know what it'll do. The repellent we made was supposed to drive Phyraxan sharks away, but we never got very far in its development. The one we tested instead was violently toxic to them, rupturing their outer skin in seconds and preventing them from drawing oxygen from the water by clogging their intakes. Which is exactly what we need in this situation. Something to kill that monster shark that destroyed our station. But we don't know how else the chemical reacts. We only tried it in a controlled environment. In the open ocean, who knows what it could do? It could even affect the Colto. We know exactly what it'll do. It'll kill the shark. That's what we designed it to do. You can take this canister of toxin. We were working on it just before the giant shark drove all the Silcats insane. All you need to do is insert it into the main Colto harvester and have it vented. Get away as soon as you can. We don't know how much worse it'll affect the giant Phyraxan shark. Well, the monster seems to have been driven out by the machinery we installed at the edge of the rift. We've seen it out there on the cameras, bashing itself against the machines. I think if you could destroy the machinery we installed, the shark would calm down and retreat back into its lair inside the rift. You can reprogram the harvesting machines to overpressure their self-oxidizing fuel so that the fuel tank canisters will rupture and the entire machine will destroy itself. The hydroleum gas we use is a gas at 1 to 3 million sangin, a liquid at about 4 million sangin, and a solid above that. When it's a liquid, it's very explosive. If you inject enough of the hydroleum gas into the tank, the pressure will be so great that it'll turn to liquid form and start a chain reaction inside the machine. But we'll lose everything we've built here. All those years of work! It's better than whatever your chemical will do to the water. Так. Наверное, лучше машину. Зачем мне загрязнять, правильно, воду химикатами? Good. Destroying the machinery will be better in the long run. We can't risk damaging the environment or the Colto. You'll have to break into the computer on the harvesting machine and fiddle with the fuel injectors to get the tank pressure up to the point where the hydroleum will liquidize. Once the machinery is gone, the shark should leave. That won't work and you know it. We have to vent the toxin from the harvesting machine.
Once the shark is dead, we can get back to mining the Colto. You know what you have to do. I just hope you make the right choice. Да пошли вы в жопу, вы вот это вот. Один, второй. Я и так из-за вас уже дохуя всего потратил, твари. Сука. Серьезно, я уже 24 часа в нее играю. Так, мне бы моих долбоебиков найти. Все взорвалось-то, блядь. Блядь, мины какие-то. Совсем ебанулись там. А, типа я отсюда бы пришел, да? О, блядь, нихуя. Я тебя просто не ожидал. Но мне туда дальше, да? Эти такие, о, блядь, здорово. Здорово. Ты можешь с этими ляжками как-нибудь побыстрее шевелить? Так.
понимаю, чем мне это. Так, надо... Блять. Сейчас буду пытаться. Так, короче, кажется, у меня что-то получилось. Что-то я там натыкал туда-сюда. Короче. Я так понял, ролики не записываются. Короче, вот этот слева это инжектор, справа это отсек. Короче, я с отсека в инжектор заливал так, чтобы, ну, где-то вот до сюда было. До раз, два, три. До третьей полоски, короче, снизу до третьей. Новый уровень. Так, смотрим, характеристики. Одно очко. Выносливость. Все. Навыки. Мир, неоскрытность, внимательность, убеждение. Убеждение вообще хуйня. Я не знаю как, чё, куда. Взлом. Тут у нас два. Врачевание хватит мне. Ой, не знаю. Компьютеры. Силы. Вот. Давай, блядь, наконец мы должны уже как-то на разум начать действовать. Это, блядь, пиздец просто какой-то. Все? Ага, вон звездная карта, я вижу. Вот, все. Теперь она не злая. Поговорим с ней. Блять, акула Так, ну основная задача выполнила, да? Уходишь сюда? Все.
Так. А, блин, они там что-то еще на... Не, все, да? Так далеко, это вообще прям кошмар. Так я же не должен, да, с ними там полялякать? Типа похуй, да, на них? Ладно, давай я зайду, посмотрим. Там ничего скажут они. Мало ли что. We saw what you did out there on the cameras. Destroying the machinery was the right thing to do for everyone. That creature, the giant Phyraxian shark, the guardian of the Colto or whatever it was, seems to have calmed down a lot. It may even be safe to go outside now, but we'll stay here and wait for the Republic rescue crews. Thank you for not making a huge mistake. Mm-hmm. Отвечу. I saw what happened on the camera, and I can't believe what you did. How could you willfully destroy the Colto harvesting machinery? That'll set us back years. I'll have you know that when we get back to the surface, I'll have the Republic do a full inquiry into your actions. Now go back to the surface and get the Republic to send a real rescue team down for us. Ну ты и хмырь, хуев. Я за тебя, блядь, жизнью рисковал, спасал твою жопу, блядь. Серьезно? Ты в этой маске вообще, да, нихуя не видишь, я погляжу. Хуев, дебил, блядь. Вообще, как маску одел, так тормозом таким, блядь, стал. Такой. Гэнкс. Блядь. Давай, я открою все темные пятна на карте, чтобы душенька была спокойна. Вот. Ах ты, ты погляди-ка. Чё, бля? Чё? Чё? Сквозь стену? Сундук? Мне нравятся эти сундуки сквозь стену. Я не помню старой версии такого совершенно. В старой версии у меня были ролики вырезаны, и перевод настолько отвратительный, что пиздец. Моя, твоя, вот такие вот. Мужик иногда она, женщина иногда он. Ну ты помнишь, что ты старый, азбук. Переводы вот эти вот любительские от Фарго, такие вот
Ты чё я сюда это, блядь, пошёл? Как говорится, раз пошел, иди. Они все равно поставят еще, да, соорудят машину по добыче кольта. Кольто. И снова монстр их на них нападет. Это им будет уроком. Нехуй лезть к природе. Типа природа пошла нахуй, сама она справится. Не маленькая. Так, теперь я хочу убедить этого. Бомжару вылезти отсюда. Смотри. Так, а теперь силой. Да какого, блять, я потратил очки нахуй навыка на эту убедить. Ты хочешь выйти из города? Ты чувствуешь себя, сука? Ты хочешь выйти, блять? Блять, да все уже закончилось нахуй. Ёбаный ты, блять, зачем мне это очки убеждения? Для чего, если они, блять, не действуют, они не работают, блять? Или я должен был все в прокачку? Да что-то он охуенный, слышишь, такой уж. Прям что-то, блять, мой джедай вообще лох какой-то получается. Дерьмо, блядь, собачье. Так. Все, мне, короче, сюда съебывать. Да? Нас остановил, карту посмотрел. Все расследовал. Блядь. Говнищина. Да ты, блядь, не исчезай, это так тупо. Там нету нихуя. Ну, для того, чтобы я мог трупу что-нибудь оставить. Я не знаю, как того чувака вытащить. Да, использовать. You've returned. I was beginning to fear that you too might have been lost. Did you find out what had happened down there at the facility? Something was down there, living in the rift by the Colto? It's horrible. The entire operation wasted by a disaster we could never in a thousand years have foreseen. What has happened to the facility itself? Were there any survivors? Well, that's good to know. Good to know indeed. But what has happened to the facility? Was it damaged? Пизда ей нахуй. No, terrible. That will set our work back years. It may even cost us the war. While I am glad that you were able to solve our problems, the cost may have ended up being much too high. But you have done your job and helped us in our time of need. And for that I thank you. Oh, and did you end up finding your star map? Да, блядь. Не ваше нахуй дело. As you can see, by helping us, you helped yourself. Perhaps we can work together again in the future. Ай, блядь, пиздец нахуй.
Я вообще ничего не делал. Я даже души не был. Он стоял что-то и сдох нахуй. Да он тварь, он людей убивал, невинных. Нахуй он нужен вообще. И кто это? Че вот это? Че это, блин? Да вы заебали, опять меня подозреваете. Заебали, там сделал что-то, блядь, налетели. Да я расследовал нахуй дело пропавших тварях. А если бы я отравил, они бы про отраву начали пиздеть, да? Угу. Выбор, по сути, там ничего не меняет. Ладно. Что, блядь? Заткнись нахуй, рыба ебучая. Я не убил хищника, я уничтожил машину, чтобы спасти его. Машина заставила его довести всех до безумия. Да иди ты нахуй, слышь, суд он отложил. Да я сейчас уебу нахуй с вашей планеты ебучей. Сами дрочитесь, на. И чё? Источником? Это его какашки, Кольта? Он есть свое говно, чтобы кушать? Конечно же. Так. О, блядь, бегут нахуй. Теперь бы вспомнить. Так, это здесь суд. Подожди, суд еще. Суд пока еще это. Я сейчас найду этого пучеглазого пидора и сдам ему квесты. Скажи, ты злыш нахуй. Квесты забери. Я, блядь, за тебя темные очки силы, блядь, получил. Где эта муха? Цокотуха, блядь. Бегай его ищи.
Так. Надо этих убрать. Окей. Chiwak e aita kan ki cha na chupornibo.
Sure. Thank you.
Hey, man. Oh, it's you. But I don't really want to talk. What is there to investigate? Come on, see. Are you hiring? Then why are you wasting my... I have no desire. All of a sudden, the Republic isn't hiring more. Now, normally, I... Not really. They say some Republic war hero killed her. Maybe you should check out the Republic embassy. Nothing. I even heard they'll turn on each. So why are you telling me? If you're going, go. I am not for hire. Ask. Yes, I'm. I hope you're here to play. What do you expect when a Sith spy and a Republic war hero are having an affair? Anyone could see it. Oh, so you didn't know about Sunri stepping out and his wife. Well, I should have charged you for that juicy tidbit. But I figured anyone investigating the murder... Okay, you got a freebie out of me. But that's all I know about, You done wasting my time now, or you... So clear out... Manan may not seem very hospitable, but a surprising amount of trade runs through it. Because of the cold air. Так, ну сейчас-то сходим в посольство. Проверим, что там. I'm sorry, I'm on duty, citizen. Please refer any questions. I can't talk now. I've got to get this call to load it up before my shift is over. Да пошел ты нахуй тогда. I'm sorry, I'm on duty, citizen. Please refer any questions to our diplomatic corps. Thank you. Greetings once again. I trust you have been... Should the Cellcath obtain proof of what occurred down there, the consequences... Truth be told, I'm uncomfortable even with us being seen. Так. I don't know much about the facts of the case, but I find it hard to believe. I never met Sunri, but he's a hero of the Republic, not a murderer. The so-called evidence against him is an obvious frame-up. It has to be. The Sith must have plotted Sunri's downfall to embarrass and discredit the Republic.
Who else? Sunri's conviction will be a blow to Republic Selkath relations. Who would benefit from this other than the Sith? If you want to solve this mess, I would focus on the Sith. That or check out the murder scene at the hotel. Talk to the other guests. Maybe they know something. I regret I could not be of more assistance in your investigation. Is there anything else? Да, да мне бы, блядь, пропуск к этому компьютеру нахуй. Так. If you want to solve this mess, I would focus on the Sith. That or check out the murder scene at the hotel. Talk to the other guests. Maybe they know something. I regret I could not be of more assistance in your investigation. Is there anything else? A beautiful Так. The soap? The Republic? That makes no sense. Sunri has no enemies in the Republic, and his conviction will make all of our jobs more... If you want to solve this mess, I would focus on the Sith. That or check out the murder scene at the hotel. I regret I... Ладно. Пойдем с вами еще раз в отель, посмотрим. Может, что-то пустил, но вот этот, который, блядь, НЛОшник этот вот, мне кажется, это он прям вот стопудово, потому что, мне кажется, может быть невидимым. Он просто захуярил ее, а тот обосрался и побежал, естественно. You are the one. Anything else? Так. What are you? What? You again? Заткнись. Блин, господи. Ты можешь зарыснуть нахуй? Блять, постила, сука, ебаная, отойди нахуй. Заебала. О, блять, пиздец нахуй. О, какие вы пидорасы, блядь. Так. Мне надо взломать компьютер. Но мне нету отмычек, у меня вообще нету нихуя. Блядь. Пиздец какой-то. Ох ты, блядь, нихуя. Так он, получается, ее убил нахуй все-таки. Ты должен считать Санри, как можешь. Однако ты нашел запись, которая показывает, как Санри убивает сиськую женщину. Преступление. What?
Нет, я сейчас пойду. Скажу его жене. Короче, мы знаем, он виновен. Я все надеялся, что нет. Пидор старый. Блять, собака серая. Я его еще защищал. Сейчас мы к Веку идем. Идем к Веку, там где гонкинг проходит. Так, сохраняемся. Так. Таком чувствак Мики грабл мого. Качи чуай заудунга. Турпада бонг молья гандо да наго чучут. Мога шампунг хай туам джиджи юмалит па агнинко ту. Турпада бонг молья гандо да наго чучут. Качи чуай заудунга. Шлюзовый отсек, все как надо. Шлюзовый отсек, блядь. А, согласился организовать ваш, так, вашу встречу. Встретиться с ним во втором шлюзовом отсеке космопорта. Так. Все. Так, сейчас мы по пути суд сделаем. А, скажем, ты пидор вонючий, ты виноват. Нахуй я тебя защищать не буду. Сначала его жене скажем, что он на самом деле убил, что он тварь. Он начнет, наверное, там ныть. Эх, вот педрила, блядь. Встретился, конечно, время меняет. В худшую, блядь, сторону. Гандон, блядь, то так вот меня подставить, да? Типа, помоги, защити, блядь. Будет нам за... Ага, сейчас, блядь. Накосячил, блядь, будь добр отвечать за свои поступки. Во-первых, да, если бы он просто, ну, ситха, я бы, да, понял, но он еще и жене изменял с ней, а потом ее вот так вот взял и убил. Так. Lies. It must be. I knew the Sith would never let a Republic hero get away. You must find Sunri innocent. This is all a plot to discredit the Republic. Sunri is a victim of a Sith. It's possible. I haven't seen Sunri since I crashed on Kashyyyk. A man can change a lot in that time. The man I knew could never have... Find the real evidence. Да я нашел, блядь, ты дура. Ой, блядь, овца тупорылая. Ой, блядь. О, нахуй. Ты, блядь. Jolly! Soon, old friend. You don't want to go to trial until... Да все ясно. Weary of staring at these four...
where I found out let my fat of it. Yep, right here. Go. I don't know what this must look like. Yes. Yes, we were having an affair. I know it was wrong, but I'm a weak man. Alasa was beautiful and young. How was I to resist her charms? Please. Mm-hmm. I know I made a terrible mistake getting involved. I did it, but found out later that she was dead. I don't deserve to go to jail just for having an affair, do I? Go ahead. Так. So the truth is out. I never meant to kill her, you know. When I found out she was a Sith spy using me to gain information, that something inside me just snapped. She didn't know I had found out. So I waited until she fell asleep. And then I killed her. Simple, really. But once I realized what I'd done, I panicked. I contacted the Sith had planted in the room, altered its recording to hide my part in it, and cleared up the evidence. I figured that was the end of it. Чего? The Sith must have been spying on me and Alasa, trying to make sure she wasn't a double agent. They must have seen the Republic spies getting rid of all the evidence. So they planted their own evidence. Alasa must have stolen that hero's cross from me long ago and given it to her Sith masters like some kind of trophy. I just thought I'd misplaced it. But when the cross turned up on her body, I knew the Sith had put it there. So, now you know the whole story. What are you going to do? You think I'm some kind of monster, don't you? All I did was kill a Sith. How many Sith have you killed? Dozens? Hundreds? Thousands? That's different, Sunri, and you know it. We don't kill them in cold blood while they sleep. I don't see how the two of us are any different. She was a spy. She was using me to get information so Malak's army could destroy the Republic. She deserved his eye. I confess, I'm looking at 20 years in prison. And the Otto City officials might even place Colto sanctions on the Republic Embassy. Without Colto, да мне how это can похуй. We treat the injuries to our soldiers on the front lines? Насрать мне. Put the Republic supply of Colto in danger. No, I won't. Look, I may have done something stupid, and it may only be worse for my standing by it, but I will not confess. If you turn me in, the Republic will likely lose its Colto export privileges, and then we'll lose the war for sure. Are you going to send all those thousands, millions like Taurus to their deaths just for your sense of justice? Sunri, this is wrong, and you know it. I am a Jedi. What is it that you expect me to do to defend your actions? You do whatever you have to, Jolie. I know what I did. But I also know what's at stake here. No, I'll rot in here if I have to. But I won't betray the Republic. Do what you have to. But know what the consequences will be. Да мне насрать на последствия, слышь ты, тварь, блядь. Жене изменил нахуй. С любовницей, да, с Ситхом. Потом, блядь, нет бы там порвал как-нибудь это и попытался найти где-нибудь убежище. Нет, он во сне ёбнул вообще. Он типа в спину. Ну, вообще уебан нахуй, вообще конченый вообще человек. Вообще, их прям в ебало тебя харкнул бы сейчас, блядь. Вообще, блядь, нахуй таких людей, блядь.
Так, ну что? Отправляемся на суд, это вот педрил засунем. Да, все, заключен. Все. Все, дело закрыто нахуй. No. Все, нет. Нет. No. Да, все. Именно так, все. No. I object. I am the victim of a conspiracy here. Не пизди на. It is an honor to see Japan. I will see Sunri is executed for the. Yes, that's it. Yeah. Да понятно, я же. The man I saw leaving, Sunri. Все известно. Да, да, все. You are fair. Так. Возражаю. Well. Yet. Так, и... Нет, нахуй, не насрать на их имени. Потому что я знаю, что он убийца, все, блядь. Давай быстрее, блядь. Так. Нет, на. You, he would. Yes. And. Yes. Yes, it was true. It seems painfully obvious that he killed her to keep her quiet about the affair. It could nothing. Когда-то был, да. Все. Нет, нахуй. Are you a war hero, Mr. Sunri? You... Давай, быстрее. Мы знаем уже это все, видели. Видели это все, знаем. She was. Why would a young, beautiful Sith work? Так. I don't know. Так the medal had gone missing some time. It's possible the Sith had stolen it and had it planted. Supposition, you're... Yes, I think they would. They wouldn't want to lose one of their sources, even though I didn't give them anything. They might have killed her for her failure. The Sith Empire... Ну это там пиздеть нахуй. Нет, не хочу. I think the facts in this case are very witness. I am confident that any. Э.
Well, that doesn't mean a thing. He was there. Да нет, он ее убил. Все нормально. Your honors. Чего? Ох, Санри. Илора. Чего ты рада, блядь, сука? I don't know how I can repay you. Илора and I are going to leave here and get as far away from all this. Иди нахуй, тварь. I and the Republic will not forget what you've done. Вот странно, да? Когда я до этого не докопался, да, вот не взломал компьютер, его признали виновным. Но стоило мне, блядь, докопаться до истины, что и он, блядь, не виновен. Серьезно? Игра, блядь. Сука ты. Чё за хуйня? Почему? Эта мразь еще как виновен? Блядь. Так, надо куда? На кошельк полететь, чувака найти, разъебашь его к хуям, блядь. Кандераш, Джохани, Карт, мать, это на Татуине, брат и это Татуин. Татуин, так, звездный путь. Вот точно, сейчас пойдем этого. Точно там, где шлюзы, к шлюзам, все, пиздуем. Блять. Вот же сучары. Блять. Сука. А чё, я не туда иду, блять, да? Конечно, не туда. Мы же, конечно, здесь, ну, в пазах деньги зарабатывать, можно в гонках. Ну, я такой, типа, нахуй не хочу эти гонки. Зачем? Джиджи Юмалит Паангинкоту. Толба да бунк валья гандо да наго чучут. Качи чуай захаудунга. Рунди хаудунга кухункапи. Вана кунбес. Чинк паламул. Тонг кин качи чуай захаудунга. Инкин куно бамули рачин кун, слима подонна. Рунди аудонга. Таком джус так мики грабл мого. Качи чу айта аудонга, тулпа да бонк молья гандо да наго чучут. Мога ша пупа, бола ван. Рунди аудонга кухунка би. Вана кунбес. Чинк паламул. Так. Тонг хай туам джиджи юмалит па ангин коту. Толба да бунк валья гандо да наго чучут. Качи чуа сао дунга. Инкин куно бамули рачин кун. Слима подонна. Рунди аудонг таком джус так мики грабл мого.
Kachichu ai thao donga. Tulpata bong tong hai tuam jiji yumalitpa ang ninkotu. Тольбада бунквалья гандо де наго чучут. Удачи. И тебе тоже пизду своим дродом. Дродом, блядь. С дроидом своим пиздуй нахуй отсюда. Все. А мы пошли ебашить, чувака. Конечно, все. Итак, что ты будешь делать, когда сдохнешь? Конечно, нечестно, да, прям на дно. Ой, да ладно, ладно. Иногда приходится чем-то пожертвовать. Так. Вознаграждение, да? Так, ты где-то иди нахуй. Так, теперь нам. Я теперь на Каши. Пусть он висит, потом... Ладно, ебанем на Каши, потом вернемся, сдадим ему 2 заданица. Или на Татуин сразу полетим, сразу найдем чувака, ёбнем потом обратно. Типа, чё бегать туда-сюда? Ну да, так и сделаем, короче. Кашик. Улетели. О! Сейчас опять что-то будут вытворять. 5 планету, да? Lord Malak, he has failed in his mission. Forgive me. The penalty for failure is death, Admiral Carath. But the failure was Kalos, not yours. You may rise. Shall I hire another bounty hunter, Lord Malak? No mere bounty hunter can stand against a Jedi. I shall not make the same mistake again. My apprentice, Darth Bandon, shall take care of our young Jedi friend. Это сейчас к чему? Ты, бля, ой, еблан какой-то. Усы свои нахуй сбрось. Find Bastila and bring her to me, alive, if possible. As you command, master. Ой, дыр. Ролики, хуярики. Блять. Так, где мне этого бобра искать? На кошельке.
Тебе поручили убить инопланетянина по имени Рулан, который умеет менять формы. Тёрнокошейки. Так. Рулан. Конечно, все очень здорово. Давайте поищем, где он. Может быть. Хотя я лучше остановлюсь и уж сразу там, где его найду. Это пиздец, как бы долго будет. В пустоту я буду просто бегать, его искать.